Привет, друзья! Это Мара Лайв. Сегодня я сделаю распаковку заказов. Мы заказали российскую продукцию в Турции. Это будет очень интересная распаковка. Прежде всего начну с того, что уже распаковано. Это такой гель для душа от фирмы Avon. Avon или по-другому. 500 мл здесь. Это такой... Здесь написано, что как океанный аромат, но он отдает цитрусовым. И вот мы в Турции покупаем различные гели для душа, но, к сожалению, вот не можем найти ту нотку, которую добавляют российские производители. И когда используешь продукцию, например, чистой линии или... Еще что-то такое, сейчас в голову не приходит, кто производит, что производится в России, то сразу какой-то такой приятный родной аромат испытываешь. Вот в этом гель для душа тоже я нашла что-то родное. Это первый гель для душа. Это вот у нас для мужчин. Поближе покажу. Что это у нас здесь? Здесь написано, что 3 в одном, то есть гель для душа, шампунь и что еще третье может быть здесь? Может, как умывалка? А, как кондиционер, кондиционер для волос. Вот, это тоже такой мужской аромат, нам понравился, будем использовать. И когда, может быть, закончатся флакончики, сниму еще одно видео уже с отзывами о продукции. То есть аромат ароматом, посмотрим, какие у него действия. Хорошо пенится, может быть, или как-то улучшит качество волос. Переходим на третий флакончик, покажу вблизи. Это у нас крем... Крем для душа, гель для душа. Ну, крем написано. Это с каким ароматом? Написано, что яблоко и еще что-то. Да, такой приятный аромат. Вот, 3 у нас такой продукции, значит, нам доставили. Здесь написано «Бонжурный Багамы». Тоже российский производитель. Здесь даже сзади написано на русском описании. Это от фирмы Faberlic. Что это у нас? Это у нас тоже гель для душа. Очень-очень приятный аромат. Манго здесь, бананы. Такое вот что-то тропическое. Если любите сладкое и тропическое, то могу порекомендовать вам вот этот гель для душа. Это у нас то, что я уже распаковывала, то есть не сдержалась до этого видео, когда ставили, сразу открыла. Гели для душа, значит, у нас такие. А вот эти вот коробочки сейчас будем вместе с вами открывать. Так, в этой первой коробочке нам доставили крем для лица ночной от Faberlic, называется Bloom. Написано, что every night care, то есть каждую ночь можете использовать. Я так думаю, простой увлажнительный крем ночной. Здесь написано, что с активными клетками жасмина, что-то новенькое будет. У нас как раз уже заканчивался крем ночной. Вот купили производитель Россия. Написано, что наносите крем вечером на очищенную кожу лица, ну, как обычно. Вот такой крем от Faberlic. Это первый. Вторую коробочку открываю. Посмотрим, что здесь. Здесь коробка в коробочке. Вот еще одна коробочка. Это что у нас? Это что-то у нас корейское. Активный крем для лица. Познай истинные ритуалы корейской красоты. Как вы относитесь к корейской косметике? Мы решили попробовать, так, потому что это, по-моему, сейчас я уточню, по-моему, производится в России. Сейчас я посмотрю, где производится. Изготовитель. А, это от Faberlic. Они вот с Кореей, наверное, сотрудничают или вот решили такое корейское что-то сделать. Россия, город Москва. Вот. Что это? Совместная разработка. А, здесь написано, то есть мне не нужно было додумывать.
Faberlic Россия и Биоспектрум Корея. Две фирмы вот объединились и сделали такой крем. Этот крем, это какой, интересно, крем? Дневной или ночной? Крем с уникальным компонентом Bird's Nest помогает улучшить состояние кожи и снизить выраженность пигментных пятен. Защищает от агрессивных воздействий окружающей среды. Благодаря уникальной формуле крем комплексно воздействует на все основные проблемы, сохраняя молодость, свежесть, подтянутость и красоту кожи. То есть то, что надо. Будем открывать. Угу, такая упаковочка красивая. Видно вам, не знаю, фиолетовая с розовым цветом. Ой, а сам крем фиолетовый. Вообще красота. Такой нежный, мне так понравился. Он завораживает меня прям. Активный крем для лица. Здесь что-то по-корейски написано, девочки. Кто знает корейский, напишите, как вы его выучили. О, запечатанный, да, вообще еще не открыл. Ну, как бы не открыл. О, открыла. Так нежно, нежно пахнет каким-то цветочком. Вау. Я рада, что у нас такой крем. Так как сейчас у нас тоже вот дневной крем заканчивается, и мы думали, что нам делать. Покупать что-то такое европейское, импортное за $200-300 или вот народное что-то. Нам нравится, что в составе такой продукции, как натуральные травы, вот нам это все нравится. И, конечно, по ценовой категории это не бьет по бюджету. Потому что каждый день все это используется. Конечно, можно себе купить и от Estée Lauder, и от Dior, но иногда не хочется делать такие траты. Ладно, вот, Faberlic Вербена, очищающий тоник для всех типов кожи. Этот тоник искала моя мама, она в Турции не могла найти простой какой-то тоник на травяной основе, и вот заказала себе Faberlic. Так я хочу сказать, у нас прям нет такого огромного выбора здесь вот российской продукции. Может, вы можете сказать, а что вы это не купили, а что это не купили. Ну вот то, что есть, вот мы выбрали из того, что нам предлагают на тренд Йоли. Кстати, это не реклама, я делюсь своим опытом. Вот, очищающий тоник для всех для всех типов кожи против 7 возрастных изменений. В общем, изготовитель Россия, Москва, Faberlic. Прочитаю описание. Ежедневный уход за кожей лица с активным антивозрастным комплексом Vital Layer бережно удаляет остатки макияжа и загрязнений. Ну, это прикольно. То есть я люблю, когда очищаю макияж, а потом еще тоником, чтобы вообще все очищено было. Вот сюда положу. Ну что, еще посмотрим, что в этой коробочке. Здесь еще две продукции. Вот первую достаю. Faberlic Ботаника. Это очищающий скраб. Кто пользуется, девочки? Напишите в комментариях, как вам. Мы потому что будем в первый раз пользоваться. Очищающий скраб с васильком и гранатом. Я гранат обожаю. Мне кажется, этот запах тоже мне понравится. Сюда кладу. И вот последнюю продукцию достаю. Как думаете, что здесь может быть? Здесь зеленая карма. Сейчас будут все по своей карме получать. Ладно, шучу. Это натуральный 3 в 1 детокс-маска для лица. Не поняла, какой фирм. А, тоже Faberlic. Ну, понятно, у нас здесь что получается? Только Avon и Faberlic. Вот, отлично. Здесь у нас маска с белой глиной. Она отлично сушит прыщики. То есть глина отлично сушит прыщики. Масло конопли. Окей. И витамином Е глубокого очищает и выравнивает кожу, подобно тому, как неспешная прогулка по густому прохладному лесу очищает мысли. Это намек, что нужно пойти погулять. Окей, спасибо, зеленая карма. Кладу сюда. Все, коробочки пустые. Если не верите, покажу. Я открыла все с вами. Сейчас вам покажу свои украшения. Такие сережки я делала. Мне нравится их цвет. И такое красивое колье с глазиком. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующих. Пока-пока. С вами была Мара Life.